Здравствуйте, друзья! У нас сегодня 20 июля 2022 год. В тени 33 градуса. Розы выглядят вот так. Это розариум Ютерсон. Смотрите, такие розы не обязательно обрезать. Ой, прям из них варенье получается на кустике. Можно просто вот так выломать цветочки. Бедная ты, бедная роза. Смотрите. Вот. Идем дальше, покажу. Вот здесь побег с бутонами. Вот здесь побег вот с такими бутонами и цветком раскрывшимся. Если я его уберу, остается вот такой букетик. Вот еще соцветие, смотрите. Убираю старые, открываются новые букетики. Такие розы не обязательно обрезать. Вот, смотрите, и ждите следующего цветения, следующих цветов. Только успевайте ими радоваться. Я что-то не успеваю. Не успеешь оглянуться, как они уже отцветают. Ну, смотрите, какой красивый цветок. Вот этот видно, да? Разные цвета у них. Ну вот, смотрите, какое большое соцветие осталось. И вот сколько бутонов на нем. Мораль из этого какая? Такие розы не обязательно обрезать. У них надо выламывать цветочки. Вот этот испекся на солнце. Посмотрите, сколько бутонов осталось. А тут у меня Хари Кришна. Кришна Хари Хари. На компост кинула все цветы. Конечно же, без колючек бросайте. Иначе потом, когда компост будете раскладывать на грядки, то себе руки конкретно поколите. Вот из этих цветов будет на следующий год красивая земля. Сейчас они сидят в компосте. Но при случае покажу вам. Салат сидит в компосте. Соседка мне дала. Цукини сидят в мешках с компостом. Вот вам покажу мешки. Мешков и не видно. А вон там видно мешок. И тут на грядке внутри тоже 4 цукини. Вот так идет переработка цветов.